В Ленинском городском округе существует традиция задолго до новогодних праздников ставить елку. Не является исключением и поселок совхоза имени Ленина. Но в прошлом году произошел инцидент, который заставил руководство Картинского территориального отдела по-новому взглянуть на взаимоотношения с владельцем площади у местного ДК, закрытым акционерным обществом совхоза имени Ленина. Мы собрались у Дома культуры провести мероприятие огромное, собственно говоря, провели его, да, Масленица. Но, к сожалению, расчистили территорию и, к сожалению, техника ЗАО приехала, вот расстроились, что мы проводим праздник именно здесь, вот, и начали нам свозить сюда снег со всех полей, со всех дорог как раз, вот, которые они очищали. Но оставлять местных жителей без одного из главных новогодних символов руководство муниципалитета не намерено. Новое место находится неподалеку. Новый год – это семейный праздник, это там праздник поселка, и мы хотим, чтобы наши жители прекрасно провели время. Мы будем ставить елку, мы уже на следующей неделе ее начнем собирать только на муниципальной территории, вот, ну, среди пятиэтажек, у спортивной площадки, она прекрасно помещается. В сентябре в поселке открыли новую спортплощадку. На ней уже провели несколько мероприятий. Здесь и будет установлена новогодняя елка. Есть и другие резоны. Сейчас здание ДК законсервировано, в нем нет электричества. Нету даже сейчас освещения, мы не сможем эту елку подключить, да, какие-то гирлянды и так далее. На старом поселке все мы сможем организовать, вот, расстановка и площади там позволяют, чтобы и люди погуляли, и чтобы было, как вы говорите, и палатки, и горячий чай, там, и какие-то питания, вкусности, все это предусматриваем. Также в планах отмечать на этой площадке и другие праздничные события. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.